Всем привет, я снова Изеро, и сегодня мы будем проходить Fallout 4. Это вторая серия по нашему прохождению. Прохожу я Fallout на самой высокой сложности, то есть выживание. В прошлой серии мы остановились в этом домике, а сейчас мы находимся в Конкорде. Наша задача здесь кого-то найти. И нашли мы рейдеров. Так, давайте лучше гладкосоль возьмем. Бля, хотя на нее патрон мало, ну ладно. Внутри группы поселенцев рейдеры уже подтверждаются к двери. Хватай вон тот лазер на мушкеты. Помоги нам, пожалуйста. Ща, брат, подожди, помогу. О, новый левел. Так, ладно, потом все залутаем. Лазерный мушкет. Окей. Твою мать. Твою мать. Чё-то я себя героем почувствовал. Такс. И возьмем гладкосольный пистолет. Чё ты нашел? Окей. Бутылку с молотом. Понятно. Так. Снова бежим сюда. Мы обоем этих рейдеров, чтоб не наглели. Хотя нет, наоборот, нам было стоит. Ну ладно. Тысячки нам не идут. Ну ладно.
Кстати, прикольно. Такс. Так, ладно, нет. Нет, нет, девать не будем. Значит, у нас костюм спадает. Без костюма мы некрасивые. Так, не будем отсюда их убивать. Лучше обойдем. Так, что у нас здесь? Мне лучше взломать терминал, чем шпильки тратить. О. Легчайше. Ядерный блок. И побежали наверх. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой-ой. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Хорошая псина. Так, это мы скинем. Это мы лучше наденем. Емкий гладкоствольный. Ну, кстати, лучше по меткости и дальности. И цене, в принципе. Но урон не отличается. Ладно, возьмем. Ладно, пистолет тоже. Пистолет выбросим. Уж выбросим. Потому что не весь много. И груз выбросим охранный. Так, нет, давайте лучше спинным стрелять. Да ёфни! Вы издеваетесь. Капец, конечно, полный. Так, мне лучше тогда с 10-миллиметровым, у него урон побольше. Так, мне туда.
Пипец, у меня уже бесите рейдеры тупые. А мне это есть чем китаться. На, похавай. Долбанный рейдер. Номер 3. Так, нет, лучше все-таки сейчас. О, вот это, кстати, имба. Нет, этот придется взять. О, вот это вот хорошо будет. А чё, а где этот? Во, кстати. А. Или нет? Мне 308 нужно. Ну, блин, наносит, конечно, немало. Принимать. Нифига есть там еще один. Хуже урон, но лучше скорострельность. Давайте его возьмем, фиг с ним. Так, что у нас здесь? Ничего нет. Здесь есть. Сейчас, сейчас просто прокатим. Псина, псина, так где псина? Где псина?
Она к ним, что ли, побежала? Блин, не пойму, где псина. Ладно. Это из перегруза. Да, псина здесь. Я не знаю, кто ты. Но ты как нельзя вовремя. Я просто на карте. Не понимаю, сотрудничество. Люблю помогать людям, но если это так, то твоя помощь пригодится. Как видишь, тут проблема. Продолжай. Месяц назад нас было 9 человек. Вчера... 20, а вчера уже только 8. Сейчас осталось 5. Сперва Гули в Лексинтоне. Теперь эти рейдеры. Жестокий мир. Ты думаешь, я этого не знаю, я такое видел. Мне пришлось сотворить... В общем, мы решили, что в Конкорде будет безопасно. А оказалось, тут рейдеры. Но у нас есть еще одна идея. Одна хорошая идея может все изменить. Сторож, что скажи им. На крыше есть разбившийся винтокрыл. Старый довоенный. Его видно с улицы. Так вот, один из пассажиров оставил после себя серьезную штукенцию. Полный комплект силовой брони Т-45. Армейский экземпляр. Серьезная защита. О, это еще не все. В этом костюме ты сможешь оторвать от винтокрыла миниган. И тогда этим рейдерам прямая дорога будет. Как тебе идея? Миниган, вот это я понимаю. Вот, только есть одна загвоздка. В этом костюме нет источника энергии. Старый уже лет 100 как сдох. Можно, конечно, подзарядить, но было бы чем. Много чем смогу. Что тебе нужно, так это универсальный был. О, ядерный блок до военного производства. Высокоемкий ядерный аккумулятор использовался армией и некоторыми компаниями. Давно, еще в те времена. И мы как раз знаем, где такой найти. Вообще-то ядерный блок уже у меня, можно приступать. Ну, отлично, видимо, Тачи наконец-то повернулся к нам лицом. Теперь надо только уставить силовую броню, выдрать из винтокрыла миниган. И песенка рейдеров спета. Удачи. Так, погоди. Так, сразу так. Тебя тоже скинем. Тебя. Так. Слишком тяжелый груз, серьезно. Ну, тогда лучше с косарным ходить. Если так. Так. Ладно, еще немного у меня есть. Место, погнали, полутаемся. Вот и винтокрыл, кстати. Так, здесь ничего не оставил. Так. Стоп. Псина. Керамическая миска возьмем. Так, все. Теперь можно выдвигаться на ту сторону. Нет, тихо. Чуть пупс потерял. Восприятие, кстати, хорошо. Восприятие, да, восприятие это очень хорошо. Но нужно нам. Интеллект и восприятие. Плюс 2 с 18 до 6. Ну, прикольная штука, но нет.
нас интеллекта 5 и получится восприятие 6. Нифига себе. Мне вот очень понравилась идея докачаться до эксперта по робототехнике. Слишком уж прикольно. Ну ладно, потом посмотрим. Стоп, кружечки мы возьмем. Понимаешь, чтобы перегруз не было. Так, ладно. Все, погнали. Опа. А вот и броня. Личный дневник штаб-сержанта армии США. В прошлую субботу, 23 октября, по пути в Уэст Стокбридж, наш винтокрыл врезался в крышу этого музея. Причина — электромагнитный импульс после ядерного взрыва, на самом деле... Несколько взрывов, судя по собранным мной данным, это было глобальное событие. На следующий день после этого в Флориде и Канаву застрелили. Затем сбежал Прознанский. Капец, конечно, у них имена. Я отправлюсь в Бостон пешком, выясню, выжила ли моя сестра. У нее квартира на Бостон-стрит. Фига себе, он умный. Кстати, можно пока не тратить ядерный блок. Так, я предлагаю пока не тратить патроны пулемета. Так, не, насколько я понимаю, их главное. Твою мать. А, это из-за того, что... Блин, рука распалась. Это из-за того, что нет питания. Чего, блин? Престон хорош. А, еще бегут. Давайте лучше вставим ядерный блок. Наконец-то. Додумался.
теперь можно и поговорить. Уф, нифига себе, двухстолочка, как я понимаю. Серьезная штука. А чё, где? Просто. Ага. Откуда вы берётесь, я не понимаю. О, четвертый уровень. Че? Какой коготь смерти? Какой? Твою мать, вот здесь пулемет понадобится. Твою мать. Твою мать. Не-не-не, я так просто не дамся. Нифига себе, он обновлял. Бутылка с... Ты, твою мать. Нифига себе, он уже почти сдох. Эй, кто там осмелился? Так. Пора с тобой разобраться. Долой хитбоксы. Ой-ой-ой, какие опасные. Ладно, стимулятора, конечно, жалко, потому что мало у них. Так, давайте-ка лучше... Хотя... Не, места мало. Нет, лучше побегаем в силовой броне. Надо пособирать с них патроны. Так, у тебя вроде было двухстволочка. Да, возьмем, пожалуй. Че это было? А, фига себе. А, это видите. Так, ладно. Надо пособирать сейчас. Вот еще рейдер. Нет, я его лутал. Что-то фиг знает, вроде я все залутал. Ладно, давайте внутрь зайдем. Все хорошо, просто не понимаю, не поднимай бучу. Это было впечатляюще. Я рад, что ты на нашей стороне. Взаимно проси. Друзья, не на вес золота. Особенно в содружестве. Это было не ради денег. Прости, я уже привык, что все вокруг думают только о себе. Ты понимаешь, мимо их друзей.
других минипленов. Тех, что отдали жизнь за великую идею. Пойдем с нами в Санкчуэри. Нам бы не помешала твоя помощь. Хорошо, Горы, и с вами. Вопрос чудесный. Но это путь куда длиннее, не так ли? Я видел его. Видел дыру в твоем сердце. Пожалуйста, расскажите, мне нужно знать. У тебя мало времени, мало надежд. Но еще не все потеряно. Я чувствую энергию твоего сына. Он жив. Ну, конечно, прошу вас, скажите, где он? Я хочу найти своего сына. Я его не вижу нечетко. Но я чувствую его жизненную силу. Он ждет тебя. И даже не нужны видения, чтобы подсказать тебе, откуда начать поиски. Великий зеленый самоцвет Содружества. Diamond City. Самое большое поселение в округе. Или в округе. Прошу, матушка, Орфей. Я не знаю, где искать. Мне нужно знать больше. Послушай, я устал. Может, потом принесешь мне препаратов, и видение нарисует более ясную картину. А, нет, матушка, мы обсуждали, это химия, она нас убьет. Цит Прессон. Мы все когда-нибудь умрем. Видения нам нужны. И нашему новому другу тоже. И теперь пройдемте. Нас ждет Санкчуэри. Ладно, ребята, теперь мы можем продолжить путь. Мы отправимся в то место, о котором говорит матушка Мёрфи. В Санкчуэри. Известно, ты имеешь в виду, она явилась ей в видении, когда она пробалась. И теперь ты хочешь, чтобы мы опять бросились в мою голову в неизведанные края, потому что матушка мертва, так сказала. Хуже, чем сейчас, вряд ли будет. Спокойно, спокойно, давайте. Ладно, Марси, можешь предложить что-нибудь получше. Есть у кого идеи? Ну что ж, значит, идем в Санкчуэри. Будем, надеяться, его не зря так назвали. Так. Давайте тогда в Санкчуэри пойдем. Позже здесь что-то будем обыскивать, поскольку у нас места нету почти. И надо будет сюда заглянуть тоже. Может, там найдем что-нибудь интересное. Надеюсь, по крайней мере. У нас персонаж не сильно-то и выносливый. Это плохо, потому что нейтральный блок начинается быстро. Твою мать, а. Твою мать. Тихо. Давайте сохранимся лучше. А, блин, ну да. Я же вас уже убивал. Какого фига вы живы? Ладно, пофиг, пока не смотались, лучше валить. На самом деле прикольно все в броне. Так еще и
миниган на косарь патрон. Вообще жимба. Ладно, надо найти где-то ядерные блоки. И что-нибудь поделать. О. Надо будет обустроить немного санчари, чтобы было попривлекательнее, поуютнее, покрасивее. Ну или красивее. Так, сразу поставим ее, наверное, вот сюда. На станцию обслуживания. Так, сразу собаки. Все забираем. Надо будет, пожалуй, собой кого-нибудь другого взять. Мне кажется, лучше у робота. Поскольку у робота вместимость, скорее всего, побольше. Так. Вам скидываем. Так, а теперь... Нет, вот. Разбираем. Нет, подождите. Подождите. Я случайно один пистолет вроде скинул. Да. Сейчас разбираем. Еще один. Так. Наверное, вот этот тоже разберем. И охранный пункт тоже разберем. Так, и я предлагаю ставить, блин, так, вот здесь я предлагаю. А, на картотеку не получается. Так, ящик. Во. Так, все, ящик поставили. Теперь в него скинем ненужные нам вещи. То есть двустволку, потому что у нее мало патронов. Миниган. Хоть и на него много патронов. Но он нам пока не особо нужен. Скинем сюда патроны все на миниган, потому что... И на дробовик, потому что они много весят. Все-таки как-никак. Ну, кстати, нет, мало. Но неважно. Так, я предлагаю... починить... броню полностью. И даже можно попробовать модифицировать. Или нет. Нет. Так, и теперь надо надеть левую руку. Во. Все красивенький. Пускай стоит. Так, ну и, наверное... Так, ладно, не проблема, новую построим. Пока не будем сильно. Заниматься санчуари. Ну, может, в следующей серии. Ну, это посмотрим. Так, ну, и думаю, на этом мы закончим.
Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравилось видео. Если не понравилось, то пишите в комментариях, как мне его улучшить, чтобы оно было качественнее. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А с вами был я, Zero. Всем удачи и пока.